Сегодня мы с вами вместе сделаем грамматическое упражнение, чтобы повторить значение глагола «работать» с префиксами. Сами предложения для упражнения я взяла из какого-то старого учебника. Я уже забыла, честно говоря, название этого учебника. Сегодня мы сделаем первую часть упражнения, а в следующем видео – вторую. Ссылку на интерактивное упражнение я добавлю в Patreon. И если вы там на меня подписаны, то сможете потом еще сами попрактиковаться. Давайте сразу начнем. Мой дедушка до пенсии. У нас три варианта ответа. Что такое «выработать»? У этого глагола несколько значений. Иногда «выработать» значит сделать что-то из чего-то, произвести. Иногда «выработать» – создать. В этом случае это синоним глагола «разработать». Мы выработали план действий. Иногда «выработать» значит развить определенные качества, тренироваться и развить в себе какие-то качества. Он выработал в себе силу воли. Что такое подрабатывать, подработать? Подрабатывать значит работать не в основном месте, а где-то еще. Например, он по вечерам подрабатывает официантом в ресторане. Это не его основная работа. Может быть, он еще где-то работает или учится, а по вечерам подрабатывает. А смысл нашего предложения в том, что дедушка работал долго, работал до того возраста, когда уже мог получать пенсию. Он доработал до пенсии. Он уже положенные для пенсии 20 лет. Положенные – такие, которые нужны, которые требуются по закону. Нельзя получать пенсию, если вы работали совсем недолго, да? Отработал, заработал или разработал. Разработать можно какой-то план или программу. Сделать какой-то план, разработать план. Заработать – это о том, что человек работал и что-то получил в результате. Чтобы показать, что человек работал какое-то время, акцент на времени, можно использовать глагол «прорабатывать», «проработать» и глагол «отрабатывать», «отработать». Но если самое важное, что человек работал столько, сколько нужно, сколько должен, обязан, обычно используют префикс «от». Здесь лучше сказать, что он отработал 20 лет. На самом деле в России человек получает право на пенсию, если, во-первых, ему уже столько лет, сколько нужно для пенсии, а во-вторых, он отработал не менее 15 лет. Но для нашего упражнения это не так важно. Мы же повторяем глагол «работать», а не российские законы, да? Продолжаем обсуждать нашего дедушку. Он всегда много... И видите картинку? Это о деньгах. Это о зарплате дедушки. Поэтому правильный ответ, правильный вариант – зарабатывал. Он всегда много зарабатывал. Всегда получал много денег за свою работу. У него всегда была хорошая зарплата. В нашем следующем предложении главный герой – это рабочий. Рабочий – детали на станке. Понятно, что зарабатывает – это неправильно. Зарабатывает – это о зарплате, о том, что он получает. Обрабатывает или перерабатывает? Перерабатывать – значит или превращать во что-то другое, совсем изменять, или работать дольше, чем нужно. Когда мы сортируем мусор, он должен идти на переработку. Есть компании, которые перерабатывают мусор. Например, желудок перерабатывает пищу. Нефть перерабатывают, чтобы сделать из нее то, что нужно. Если вы написали текст, а потом поняли, что он написан плохо, вы можете его переделать, переписать.
переработать, сделать, написать еще раз, чтобы изменить, написать еще раз, снова. Если вам нужно работать 8 часов в день, а вы работаете по 10 часов, вы перерабатываете. Иногда глагол «перерабатывать» мы используем, когда говорим об информации. Мы перерабатываем информацию, так же, как желудок перерабатывает пищу. Изучаем ее, чтобы выбрать то, что нам нужно, или получить то, что нам нужно. А «об» значит «вокруг». Если рабочий берет заготовку детали, он обрабатывает ее на станке. Если мы что-то перерабатываем, мы это как-то меняем. Если мы что-то обрабатываем, мы сам объект внутри не меняем, мы работаем с тем, что на поверхности. Хотя иногда эти глаголы почти синонимичны. Ему сегодня хорошо. Он хорошо работает, это значит, что он хорошо делает свою работу. А если ему хорошо работается, то ему работать хорошо, легко и приятно. Он чувствует себя легко и хорошо, когда работает. У меня, кстати, видео об этом есть. Он всю ночь. Конечно, можно сказать, что он работал всю ночь, но это упражнение, где нужно выбрать подходящий глагол с префиксом. Мы уже с вами говорили в этом видео. Если это о том, сколько времени, как долго работал человек, то можно использовать префикс «про». «Заработал» – это о том, что он получил за свою работу. «Переработал» – о том, что он работал дольше, чем нужно. Здесь у нас есть слово «всю», «всю ночь». Понятно, что это о том, как долго работал человек. Он проработал всю ночь. Он до утра. Конечно, можно просто сказать, что он работал до утра. Можно сказать, и он проработал до утра. Но у нас в упражнении только три варианта ответа. И нам нужно выбрать правильный ответ из этих трех вариантов. Если человек что-то делал, очень увлекся и забыл о времени, и мы хотим показать это, мы можем использовать префикс «за» и частицу «ся». Например, если вы читали книгу. Книга была такой интересной, что вы очень увлеклись чтением и забыли о времени. Можно сказать, что вы зачитались. Если вы увидели красивую картину, смотрели на нее, смотрели, и вам хотелось смотреть на нее еще и еще, вы смотрели и забыли о времени, о том, что происходит вокруг. Можно сказать, что вы засмотрелись на картину. И здесь у нас в нашем предложении может быть так, что человек работал и забыл о времени. Он заработался до утра. Надо знать меру. Работай, но не... Во-первых, что такое знать меру? Знать меру значит знать, когда нужно что-то закончить, когда пора закончить, когда нужно остановиться, перестать что-то делать. И мы уже сегодня говорили с вами, что одно из значений глагола «перерабатывать», «переработать» – работать слишком долго, больше, чем нужно. Надо знать меру. Работай, но не перерабатывай. Согласны? Кстати, другие варианты здесь не подходят еще и потому, что после глаголов «разрабатывать» – «разработать» и «вырабатывать» – «выработать» нужен прямой объект. Разработать можно только что-то, и выработать – тоже что-то. Он закаляет волю. Характер. Под словом «характер» здесь имеется в виду сильный характер. Я уже в этом видео говорила, что одно из значений глагола «вырабатывать» – «выработать» – развивать, развить определенные качества, тренироваться и развить в себе какие-то качества. Именно поэтому правильный ответ здесь – «вырабатывает». Он закаляет волю, вырабатывает характер. Он тренируется,
старается развить в себе сильный характер, стать сильным человеком. Глагол «разрабатывать» здесь не подходит. Я сейчас вам опишу другую ситуацию с человеком, где можно употребить глагол «разрабатывать». Например, у человека была травма. В результате рука или нога плохо функционирует. Например, рука плохо работает после травмы. И человек тренируется, чтобы рука стала снова работать. Тогда можно сказать, что человек разрабатывает руку. А еще мы используем глагол «разрабатывать», когда говорим, что кто-то планомерно создает что-то. Например, программист разрабатывает софт. Или мы создаем план, разрабатываем план. Или геологи нашли полезные ископаемые. И теперь в этом месте люди добывают эти полезные ископаемые, разрабатывают месторождение. Мы сегодня так устали, так? Если мы что-то делали и чувствуем, что делали это достаточно, больше не нужно это делать, то, чтобы это выразить, иногда к некоторым глаголам можно добавить префикс «на» и частицу «ся». Например, читали вы читали и больше читать не хотите. Вы чувствуете, что уже достаточно читали. Можно сказать, что вы начитались. А самый известный пример со словом «наесться». Если вы ели и больше не хотите или не можете есть, можно сказать, что вы наелись. Спасибо, я уже наелась, больше не хочу. Так и здесь. Мы сегодня так устали, так наработались. Можно в этом случае сказать и «уработались». Здесь, правда, такого варианта нет, но можно. Какая разница между «наработались» и «уработались»? «Наработались» значит поработали достаточно, больше не нужно. «Уработались» значит устали работать. Мы сегодня сделали вместе 10 заданий из моего упражнения. Остальные 10 сделаем в следующий раз, в следующем видеоролике.